Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в таком микрорайоне города Сан-Хосе, который довольно известный, называется он Сантана-Роу. Сантана-Роу. Его как-то так проблемно строили, его сначала строили, потом был пожар, потом его опять перестраивали. В общем, тут такое хозяйство, но здесь много таких мест, где можно погулять, есть масса магазинов, ресторанов, покушать. Вообще такое место отдыха трудящихся. Тут же квартиры, кондоминиумы и арендованное жилье, так что здесь просто люди живут тоже. Ну и сегодня суббота, соответственно, народу побольше, сложнее немножко запарковаться, ну так. Вот вы видите, как люди живут. Тут такой железный забор, устройство там, да, для пропуска народу. И там дальше вот они как-то живут. Миленько, здесь очень миленько, все новенькое такое. Прям, можно сказать, европейского такого плана. Сегодня перекрыли улицу, чтобы здесь не было движения, поскольку народ гуляет. Вы слышите музыку, это небольшой коллектив. Давайте посмотрим, как люди играют. Тут деревянный пол, наверное, для танцев. Вы видите, здесь и магазины тоже такие, ну как бы дорогие в основном. Здесь такое место подороже. Вот вы видели Дизель, вот вы видите Томми Бахама. Вот. Собственно, и мы сами грешным делом в один такой магазинчик движемся. Волонтеры. А почему нет? Людям нравится поиграть. Пожилые люди, да, они так отдыхают. Здесь очень-очень мило. Видите, и тенечек, деревья, пальмы. Вот, и тут же люди живут. Все это очень симпатично. И даже вот сейчас пахнуло табачком от каких-то очень дорогих сигар. Я уже много лет не курю, но, друзья, дорогие сигары от всего остального отличу легко. А вот мы видим магазин, в который мы со Светой движемся. Называется Orvis. Видите? Это такой хороший магазин, одежду продают. А вот вы видите, вот там люди живут, вот там заезжают хорошо. Что, Свет? С 1856 года. Вот мы сейчас сюда придем. Я не знаю, разрешают снимать или нет. Если разрешат, я поснимаю. Значит, пара с Поднего, говорят, 17 стран, 6 недель. Всего в одной паре. Для путешественников. Удобно. Магазин прикольный очень. Я на веб-сайте видел очень хорошую коллекцию жилеточек, таких, знаете, шикарных. И я подумал, зайдем-ка мы в магазин. И ближайший магазин, по-моему, в Сиэтле, или, может быть, где-то в районе Лос-Анджелеса. В общем, их мало очень живьем магазинов. Но, как бы, оказалось не того калибра гранаты. В общем, мы движемся дальше. В магазине ничего такого не было. Помните, мы говорили про американские хлеба? Вот Буланджери, такое место. Вот вы видите, такой магазинчик, мы внутрь не заходим. Мы на самом деле много раз в такие места ходили. И там и торты, и пирожные, и хлеба, конечно, тоже. И кофеек хороший. Квартал сам по себе небольшой, это так. Может, мы тут ходим переулочками, вообще он совсем небольшой. Буквально пару дверей отсюда
Магазинчик Тесла находится, мы сейчас туда заглянем. Да, на Тесле не напишут сейл 60%, правда? Это не такой магазин. А вот он, пожалуйста, красненький такой. Зайдемся? Пошли посидим. Вот так выглядит, можно сказать, автомобиль без коробки сверху. Сюда понаставят сюда аккумуляторов, вот тебе весь автомобиль. А мы, Свет, мы хотим внутрь зайти, правда? Внутри посидеть. А у них такой же одинаковый шасси, да? Ну, наверное, я в шасси да. Ничего не понимаю. Нет, нет, просто большой, я хочу покупать маленькую, но это очень большой. Так, мы, друзья, мы не уйдем отсюда с покупкой сегодня, я вам точно говорю, мы не для этого здесь. Да. Тут еще одежонка, смотрите, тесловская, там какие-то красивые кофточки. На весь, на любой карман, друзья, у кого не хватает денег на машину, может купить буквально за $50 вот такую замечательную маечку, очень приятно. Вот, хотя дорого, конечно. Или там сумку для гольфа. Ну, кому чего. И почувствовать себя хорошо. Вы видите, друзья, как красивая женщина красиво садится в красивую машину. Для Светы очень важно, когда она садится в машину, чтобы ей было удобно сидеть. Так, сейчас мы спросим Светлану. Как, Свет? Тебе неудобно? Ну, может, подогнать надо? Так, судя по движениям кресла, возможностей движения у него много. Так, давай закроем тебе дверку. Опа! Хлопает дверка хорошо. Так. Ну, что там у нас внутри, друзья? Там внутри громадный экран. Давайте мы зайдем с другой стороны. Или, может, я сзади сяду? Давайте-ка я попробую зайти сзади. Тут, друзья, музычка играет. Как бы нам за это дело потом страйку не поставили. А мы его можем остановить? Не знаю. Да. Нет, Света, это сложнее, чем может показаться. Как тебе нравится большой компьютер? Да, понять еще, как им пользоваться. Вот так выглядит багажничек. Ну-ка, что у нас тут? Ага. Вот так. Хорошо. Самое интересное у него там, где мотор должен был бы быть. Светик, а можно поднять? Я не вижу, что вот. Ты делаешь. Мы пришли на наш сайт. Так. Вы видите, друзья, даже вот Теслу придешь посмотреть, что за машина. А тут Silicon Valley Voice, канал, наши видео. Там что-нибудь. Да. В общем, вот так вот. Всюду, всюду наш канал. В Силиконовой долине. Мы всюду. Вот оно, друзья, блеск и нищета американского автомобильстроения. Нету движка, нету лошади, нету быков, валов, ничего такого нету. И спрашивается, как же это все может выживать. Вот, но тут есть... что там есть? Не знаю, что есть. Что-то есть, на самом деле. Да. В общем, дополнительное место для багажа. Светлана по девичьи тяготеет к маленьким автомобильчикам, а здесь уже целый локомотив. Да.
Три ряда сидений. Ощущение такое, что на третьем довольно стрёмно. Хотя, знаете что, нет. Могло быть хуже. Тут у них ручки такие, знаете, какие. Так она вроде встроена за подлицо, а так нажмешь на нее и должна была бы выйти. А что, не выходит-то, подруга? О, окей, окей. Говорят, что она заперта и не откроется. Окей. Друзья, два слова имеет сказать Светлана. Я только что спросила вот salesperson здесь, что дверь, когда открывается, она вроде такая очень широкая. Я говорю, кажется, на паркинг-лоте для машины стоят. Да. Получается, вот такой размазанный. Она говорит, нет, тут очень всюду стоят сенсоры. Если нет машин рядом, она будет открываться как крылья. Да. А если 10, всего 10 инчей, вот такое расстояние нужно. Да. Если будет стоять машина рядом, то она пойдет вверх, а когда уже будет высоко, тогда откроется как парашют. Уже размахнет крыльями. Да. Вот, ну, вот до чего доходят люди, когда не знают, чем заняться. Правда? Балдеют, балдеют трудящиеся Кремниевой долины в субботний день. Наверное, красивые квартиры в этом втором этаже, такие высокие окна, Светлана говорит. Ну, друзья, можно помечтать. Мечтать-то никто не запрещает. Да, друзья, и все-таки на фоне Теслы и других замечательных вещей не хватает света, не хватает ларька с мороженым, где можно взять за 7 копеек фруктово-ягодное. Да. Ну, или еще какой-нибудь крем-брюле. Например. Или вот тут магазин, да? А если бы рядом стоял, знаете, автомат, газированную воду продавал за копейку без сиропа и за 3 с сиропом. Ну, это же было бы красиво. Это сооружение называется Вилла Корнет, друзья. Корнет. Мы покидаем гостеприимный Сантана Роу. У нас еще много других дел. Вперед! К новым свершениям.